Market! Какая прелесть, слушай. Люблю, чтобы меня гладили по голове. Теперь меня даже посторонние люди. Эксклюзив сделан своими руками. Правда же? Правда же. Правда же. 3-4, давай, то, что мы запланировали. Давай. Sunday Up Market! Сейчас должны были посыпаться, на самом деле. Да, где конфетти, девушки бегут голые, шампанские, такие кричат. Sunday Up, Sunday Up. Короче, Sunday Up Market – это уже 6-й выход в свет. Большого количества молодых дизайнеров. Здесь сегодня собрается самая просто фриковая, нереальная, самая модная, стильная, самая молодежная, самая крутая молодежь аж это. Москвы. Время закончить с Прадой, Шанелью, Дольче Габбана. Кризис на дворе. Время одеваться в эксклюзивные бренды от молодых, талантливых художников, которые, понимаете, не на улицах шатаются и наркотики употребляют, и пиво пьют на лавочках, а сидят и творят дома. Руки свои знают, куда деть. Это раз, а два. Все наши сюжеты предыдущие, это было только просто вам подкормочка, чтобы за нами следили. На самом деле все только начинается с сегодняшнего сюжета. Вы это увидите. Занимаемся продажей варенья отборного ягодного ассорти, а также сливового, голубиного, ежового и варенья зебры. Мы его продаем в банках. Рука. А это человек, который вчера пришел к нам на вечеринку ночью. И тут очень было много пьяных людей, и вот все, что от него осталось. Мы занимаемся футболками в основном, которые представлены у нас в одном экземпляре. Все хочу, все, что делать. И плюс у нас есть еще аксессуары, тоже handmade, достаточно эксклюзивные. Мой взгляд пал на большое количество футболок, очень интересных. Обратите внимание, даже есть сгущенка, молоко. Все по ГОСТу здесь, исключительно. Хочется как-то дистанцироваться от того, что переводится с Запада, вот, ну, как бы свою немножко культуру вносим. То есть вот это наша культура, такая российская чисто? Не, ну, как бы экспериментируем по-разному с принтами, что-то свое, как бы, ну, такой микс. Мне очень нравятся мотоциклистные костюмы, в которых я бы с удовольствием покаталась на мотоцикле, которого у меня нету. Мы три соавтора. Это лично шила я. Здесь даже вот, смотрите, если в туалет очень сильно захотел, быстро штаны отстегнул и, собственно, в кустики сходил. Очень удобно. Мне кажется, для этого и шилось это все, да? Так, ну вот скажи, куда в этом костюме мне пойти? Кататься на мотоцикле. На мотоцикле. Хорошо, если у меня нет мотоцикла. Тогда все, пишу, пропало. Ребята, давайте жить дружно. Вот сейчас можно очень оригинально купить себе обложечку под паспорт. Аксессуары. Девчонки, как дела?
что же, ну что же, сразу вижу сережки, лампочки. Очень здорово, очень интересно. Как идея пришла? Сама с этим справляешься? Подсказал молодой человек мой идею. Предложил делать сначала из предохранителей, вот из таких. Когда пришли в магазин и увидели лампочки, я поняла, что надо делать лампочки. Ух ты, это пазл из Лего. Смотри, Лего, какая прелесть, слушай. А конфеты заметили? Смотрите. Все сами делаем. Ну, то есть, сейчас я делаю украшения из бусинок, из стекляшек, из часовых механизмов, из циферблатов, от часов тоже, из всяких старых фарфоровых фигурок. Вон там есть зайчики, пингвины. Я делаю сумки, делаю подушки еще. А почему ты побрилась? О, я так долго ждала этот вопрос. Люблю, чтобы меня гладили по голове. Теперь меня даже посторонние люди. В метро. Ладно, хорошо. Гладят все время, да. Вот такие стали мы креативные по прошествию этой выставки. Так и будем теперь по улицам ходить. И никто ничего не сможет изменить. И опять я начала рифмовать. И... Давай, дорифмовывай до меня, давай, до меня. И мне есть что сказать. И мне есть что сказать. Короче, сегодня мы убедились, что в Москве есть очень много молодежи, которая умеет творить вот этими вот руками. Вот такие вот разные вещи, которые мы вам показали сегодня, рассказали. И мы надеемся, что вам они понравились, потому что действительно вещи достаточно интересные, оригинальные, не очень дорогие, какие-то вообще недорогие, которые можно с удовольствием купить, носить и наслаждаться, потому что это эксклюзив, сделанный своими руками. Правда же? Правда же. Правда же. Все ребята молодцы. Ждите от этих ребят новых изобретений к следующей выставке. Надеемся, мы подготовимся, оденемся красиво в то, что сегодня приобрели, пройдем туда и поразим всех своей модностью. Правда? Да. В общем, друзья, мир. Пуф-су-пу. Наш продюсер решил обзавестись очками, представляете? Он такой богатый, он решил купить тут все, и мне тоже. Да-да-да. Брык ты. Когда-то и со мной такое было. Две порно-актрисы Мария и Валерий. Делают сюжеты о сережках сегодня. Это что? Это у меня типа так не надо говорить, надо молчать.